Сейчас я вам покажу, как делать три разных способа невидимых убавок при вязании. Вот я связала уже образцы, то есть это образец номер один. Как видите, здесь у нас есть большие промежутки, через которые мы можем видеть наполнитель. Образец номер два, так вот он выглядит. Здесь у нас тоже есть небольшие промежутки, но полотно ровное и упругое. Далее последний, третий образец, промежутков практически не видно, но при этом рельеф такой бугристый получается. То есть в каждом отдельном случае вы должны выбрать сами, каким способом вязать. Любая невидимая убавка делается при помощи передней полупетли. То есть вот у нас две полупетли, вот это вот передняя, это задняя. Мы будем провязывать только вот через вот эту переднюю полупетлю, то есть вот она у нас, вот через эту. Задняя полупетля остается не провязанной.